Дантес стал родственником Пушкина. Но от пасквилей и казарменных каламбуров в адрес Пушкина новое родство не спасает. Взбешенный поэт теряет терпение и пишет барону Геккерну письмо, в котором в частности говорит, что у Жоржа, его приемного и, судя по всему, любимого, сына дурная болезнь. В ответ ему обещают прислать секунданта. Викон Даршак, секундант Дантеса, и Константин Данзас, секундант Пушкина, составляют условия. Драться за Черной речкой возле комендантской дачи. Оружие, пистолеты. Расстояние 20 шагов. Никому не дано право первого выстрела, но в случае промаха все должно начаться сначала.